сейчас ждем Романа. Роман вот придет секунду в секунду. Заметил интересную систему. Чем больше ЗВР, тем больше разговоров, что рубль рухнет. Вот. Сейчас уже по 500 миллиардов, а говорят, что вот рубль прямо с недели на неделю рухнет. Вот. Ну, пока ждем Романа, хочу дать полезный совет для начинающих блогеров. Как сделать, чтобы ваше видео набрало много просмотров? Такой, ну, маленький совет. Значит, снимайте видео по возможности, значит, с поворотом на 180 градусов. По возможности баланс цветов уводите в желтизну или в синеву. Ну и звук тоже так немножко корёжится. Зачем это нужно? Это такой хайп. Это нужно для того, чтобы люди возмущались, там буковки писали под видео. Они пишут буковки, а робот Google, он же дурак. Да, он видит, что буковки пишут. Ах, активность, значит, это очень интересно. Давай продвигать это видео через похожие. И ваше видео пойдет наверх. Только не злоупотребляйте. А то будут отписки, будет небольшое время удержания. И это вообще неуважение к аудитории. Ну так. Роман, день добрый. Привет, Андрей. Привет, телезрители. Расскажи, пожалуйста, вот почему есть такой парадокс. Чем больше ЗВР и чем нефть больше растет, тем больше разговоров, что рубль скоро рухнет. Ну, тут сложный этот вопрос в том плане, потому что я не знаю, почему такие разговоры. По логике вещей, чем выше нефть и чем больше ЗВР, тем более стабильный рубль. Возможно, потому что люди считают, что нефть не может, допустим, до бесконечности расти, что логично. Поэтому начинают обсуждать, когда все-таки нефть рухнет. Но если говорить без всякого такого флера эмоций, то, конечно, рубль у нас в данном варианте достаточно стабильная валюта. Если мы посмотрим на доходности рубля с начала года, то рубль один из немногих emerging markets currency, которая укрепился к доллару. И этому есть причина. В принципе, мы видим, какая непростая ситуация в Турции. Последние дни в юань, который слабеет. И рубль, поддержку рублю оказывает, естественно, цены на нефть, это раз. Ну, а во-вторых, это экономические факторы самой России. У нас позитивный, положительный профицит бюджета, у нас положительный счет текущих операций, соответственно, приток валюты в страну больше, чем отток. На этом фоне зарубежные инвесторы, которые вкладываются в российские активы, они видят все эти макроэкономические данные, и поэтому у них нет на текущий момент какого-то сильного желания избавляться от рублевых активов. Плюс у нас есть такое понятие, как демпфер, да. Фактически наш бюджет, он сбалансирован при цене чуть выше $40 за баррель. И все, что выше, центральный банк, который является агентом Минфин, он скупает с рынка вот всю эту дельту от нефтегазовых доходов. Поэтому на рубль, можно сказать, влияет только капитал флоу, то есть потоки капитала. Когда идет спрос на российские активы, идет carry trade по рублю, соответственно, рубль укрепляется. Когда, как мы видели в августе прошлого года, идет risk off со всех emerging markets, то рубль тоже в какой-то степени страдает, но по сравнению с другими валютами emerging markets у рубля в этом плане намного больше позитивных моментов, о которых я сказал, чем негативных. Просто таких валют emerging markets, как российский рубль, с такими макроэкономическими показателями страны по пальцем одной руки только можно пересчитать. Поэтому тут все логично. Естественно, возникает вопрос, что может, какие факторы могут оказать давление на то, чтобы рубль там ослаб. Ну, я бы так сказал, что
В текущий момент там колебания рубля 63-72, 73 рубля, вот такой рейндж, в принципе, он обоснован. Что может вызвать выход из этого канала, это два фактора. Либо нефть уходит ниже 40 долларов за баррель, причем уходит не там на день-два или на неделю, а реально там уходит на 30, на полгода, к примеру. Да, тогда, естественно, первое время по бюджетному правилу Минфин будет продавать валюту, но потом, скорее всего, будет пересмотрен механизм, чтобы сильно не сжигать наш ЗВР. И это нормально. Опять же, рубль там может выйти до 80, если будет нефть там в районе 30. То есть какого-то суперобвала не будет. И второй фактор – это, конечно, санкции. Вопрос санкций, он как, так же волатилен, как там курс акций. Да? Вот у нас после, с начала года вот это вопрос санкций несколько снизился. И на этом фоне мы увидели приток иностранных нерезидентов в наши активы. Но с повестки дня как такового он не ушел. И если будут санкции на ОФЗ или же на российские банки, крупные банки, я не хочу думать о санкциях на Сбербанк, поэтому это, потому что это будет очень-очень серьезный негативный момент. Даже, так скажу, он будет наравне с санкциями на весь долг на ОФЗ. Вот. Но если будут вот в санкции самого жесткого вида, тогда, естественно, рубль тоже может уйти до 90, где-то до 95 рублей за доллар. Пока вот эти факторы два не реализовались, для рубля никакого риска там выше 73 там я не вижу. А как есть какая-то вероятность, что будут санкции против Сбербанка, ты оцениваешь, ну, допустим, 5% из 100? Ну, смотри, Сбербанк очень любят западные инвесторы. Фактически, Сбербанк – это прокси российского фондового рынка. Объем торгов с акциями Сбербанк там составляет плюс-минус половина от всего объема на Мосбирже. В Сбербанке очень много фондов, хедж-фондов, пенсионных фондов американских. И, естественно, через Сбербанк у Сбербанка есть корсчета в американских банках, в европейских. Фактически Сбербанк – это такой ручей, река, большая река, через которую проходят трансграничные операции. И если будут санкции на Сбербанк, ну, это будет очень-очень, как я говорил, серьезный удар. Это лишит Россию как раз возможности. То есть они проведения. Не будут рубить сук, на котором сидят? Ну, они могут рубить сук, на котором сидят, но это должен быть очень какой-то серьезный фактор. Потому что все-таки понятно, есть экономическая составляющая, есть политическая. Порой политический момент, он иногда бывает, к сожалению, превалирует над экономической. Но реально вот этих санкций, это фактически говорит о том, что, как и на ОФЗ, у американских, как у нас любят говорить, у американских там контрагентов, коллег, у них больше никаких возможностей для новых санкций нет. И это на самом деле понимают американцы. Поэтому суть санкций – это поддерживать в российских элитах, потом поддерживать вот эту нестабильность, поддерживать то, что у России всегда есть риск-премия. Она достаточно большая. Можем посмотреть на CDS. Там как раз хорошо показано, насколько в текущий момент, там, если взять пятилетний CDS, вот эта риск-премия на Россию преобладает. Сейчас она снизилась в связи с тем, что вот вопрос санкций отошел. Где-то CDS стоит там 130, вот последнее, что я смотрел. Но такой риск есть, да, его нельзя исключать, но
В процентах, я думаю, на текущий момент там не больше 50%. Ну, потому что надо понимать, что это уже будет, будет проблема для финансовых рынков в глобальном масштабе. То есть тряханет, я думаю, европейские рынки, потому что все-таки у нас товарооборот больше не с Америкой. У нас Америка не является главным торговым партнером. Я сейчас на память не скажу, но, возможно, она там ближе последние десятки, там, 8-е, 9-е, 10-е место. Mm-hmm. Основной партнер Европы, и вот она как раз пострадает от этого. Поэтому на данный момент я не вижу вот именно реализацию таких санкций. А то, что санкции, допустим, на новый долг, это вполне могут вести. И нужно понимать, что вот эти санкции против России, это уже даже не внешние, внешнеполитическая история Америки, а внутриполитическая, потому что там, там санкции с Россией, история с Россией, история с вмешательством России в выборы уже находят внутриполитический окрас, и выборы в 2020 году будут явно, вот эта карта России будет тоже разыгрываться. К сожалению, если у меня даже такая сюжетная линия есть, что если Трамп будет более охотно идти на сближение с Россией, то Конгресс в противоположность будет стараться ужесточать санкции. Вот, вот, так, вот такая, так сказать, история. Вот, вот это может быть вполне реализовано. А не ударит ли по рублю то, что Трамп ведет себя как слон в посудной лавке? Если посмотреть последнюю неделю, что творился, две недели, то надежды сменяются разочарованиями. Вот, и это все, как ты говоришь, ну, включает некие защитные модели. Почему, например, у нас люди сейчас биткоин ломанулись, такой рост. То есть, и в конце концов люди охладеют к рублевым активам. Ну, я бы тут не смешивал биткоин и рублевые активы. Я не профессионал в крипте, как говорится, да, но биткоин, насколько я понимаю, он в основном, там, биткоин сосредоточенный, и больше в него инвестируют китайские наши товарищи. Я говорю, что они уже бегут куда угодно. Вот золото в последний день рвануло наверх. Вот, то есть и падение золота прекратилось. Нет, там история была, насколько я знаю, последние два дня, то, что Центральный банк Китая, он начинает ограничивать, там, ограничивать для физических лиц получение кэша. И, естественно, биткоин является таким квази-кэшем для, там, для китайцев, в том числе для трансграничных переводов. Но это вот такая специфика Китая. И, естественно, Китай вот на волне вот последних историй, он, я бы не сказал, как золото, но он вот приобретает такие оттенки золота, когда бегут на фоне страха. Чтобы закончить тему рублевого, на конец года доллар к отношению к рублю наиболее такой вариант для тебя вероятный? Ну, для меня базовый сценарий, я думаю, в районе там 72-73, вот так, я не вижу пока выше. При реализации вот этих двух факторов, которые могут вывести рубль выше, в моем сценарии вот именно реализация не больше 10% пока видится. Конечно, предсказывать сложно, как говорится, особенно сложно предсказывать будущее, будущее, да, такая пословица есть. Но вот на данный момент 72-73 я вижу вот такой верхний предел. А что еще может поспособствовать, вот о чем ты говорил, да, последняя история Китая, с Китаем и США по поводу того, что там новые пошлины. Ну, тут вопрос сложный, потому что, насколько я смотрел и изучал вот последние дни, все-таки то, что Трамп ввел пошлины вдруг так неожиданно, это было продиктовано
не до конца джентльменским соглашением со стороны Китая, когда они в последний момент изменили свою позицию. Что хочет, что вообще добивается Трамп? По сути, его можно понять. Он говорит, и раньше он говорил, давайте free trade, так называем, концепцию, отменим вообще пошлины все. Потому что Америка на, вот для экономических агентов, для контрагентов, в принципе, открыла свою страну, в отличие от Китая, у которого есть ограничения на ввоз капитал, на инвестирование со стороны иностранных, со стороны нерезидентов в китайские активы. Плюс, все мы знаем, защитой интеллектуальной собственности. Да, у Китая большие проблемы с этим. И американцы хотят сделать, если вы хотите сказать, если вы хотите играть по правилам, ну, все, давайте играть по правилам. Естественно, Китай понимает всю сложность данной позиции. Он заявляет, что, в принципе, они собираются открывать рынки для нерезидентов, они собираются улучшать защиту интеллектуальной собственности. Но пока как-то это все делается медленно. И вот последние шаги, которые привели, как я понимаю, в бешенство Трампа, да, об этом говорит. И Трампа можно понять, потому что, как я сказал, или мы играем по правилам, или мы не играем по правилам. Потому что Америка открыта, Китай полузакрыт. Давайте либо будем без пошлин торговать, либо мы так же начинаем. А как он может открыться, если внутренний рынок не поглотит всю массу товаров, которые они производят? Все равно они вынуждены. Что мы там не говорили на переговорах, это не имеет значения. Нет, Китай полностью пока не может открыться, потому что для этого нужно, во-первых, сделать юань свободно конвертируемым, то есть плавающий курс юань. Пока там Центральный банк Китая, это Народный банк Китая, он проводит политику по постепенным, медленным шажками, вот, открытию рынков и с тем условием, чтобы сделать юань более свободно конвертируемый, более гибкий. Но пока он устанавливает некие границы, там, рейндж, где юань в течение дня может колебаться, но не выше. А по сути надо сделать юань полностью свободным. А естественно, тогда юань может начать укрепляться, что сделает, допустим, Китай менее конкурентоспособным в качестве импортера, в качестве экспортера. И поэтому Китай вот осознает эту проблему, и он вынужден вот только таким медленным шажками идти. Понятно. Ну, мы уже подвели базу к фондовому рынку, поскольку основная тема, которая обсасывается на фондовом рынке, это торговые переговоры между США и Китаем. Как у нас ситуация на нашем фондовом рынке акций, на фондовом рынке акций, почему у нас падает Лукойл, к примеру? Ну, по поводу нашего фондового рынка, есть рынок акций, есть облигации. Начнем первое, с акций. С маленьких. Да. Акции, почему падает Лукойл? Ну, насколько я понимаю, там была перебалансировка в индексе MSCI, и, естественно, так как free float, там коэффициент есть, понятие free float, он уменьшился из-за байбека, то, естественно, там вес Лукойла в этом индексе также уменьшится, и это приведет там к оттоку, может, где-то в районе 500 миллионов долларов. Mm-hmm. Естественно, на этой волне Лукойла начали продавать. Но Лукойл, стоило сказать, он, в принципе, последние дни выглядел, ну, даже неделю не очень стабильно. Mm-hmm. Что касается всего фондового рынка, то, в принципе, если смотреть на рынки других развивающихся стран, то наш фондовый рынок, рынок акций, он, в принципе, не так сильно и в последнее время падал, а с начала года так вообще там рост по РТС, ну, в районе 12, наверное, где-то последнее, что я смотрел. Так что ничего страшного на нашем рынке акций нет. Единственное, что если пойдет дальше вот продолжение торговой войны,
скорее всего, так просто не закончится, потому что и страны Америки были произведены действия, Китай. Сейчас это даже такая концептуальная, я бы сказал, война, потому что никто не хочет давать слабину. Китай же, он видит себя тоже наравне со Штатами, хотя, по моему мнению, еще Китай, в принципе, достаточно далеко до уровня Китая, до уровня Штатов. Мы видим проблему, кстати, большую проблему на долговом рынке. Недавно Bloomberg, я немного отвлекусь от этой темы, заявил, что там в Китае может быть очень большой дефолт со стороны корпоративных заемщиков. Я больше скажу, просто я немного тоже наблюдаю за долговым рынком Китая. Там у них проблема еще в чем? В том, что вот постоянные вот эти стройки, которые идут там муниципалитетов Китая, центральное правительство старается ограничить долговую нагрузку муниципалитетов. И что там происходит? Те муниципалитеты, которые уже выходят там на границу долговой нагрузки и больше не могут привлекать долговое финансирование, а показывать рост внутреннего национального продукта муниципалитет надо, то создаются такие SPV, я бы так назвал, компании, которые формально не имеют отношения к правительству муниципалитета, но фактически все на рынке понимают, что это SPV, по факту для этой SPV гарантию предоставляет правительство. И вот такие SPV не входят в государственный долг муниципалитетов, объем вот, которые эти SPV привлекли, он достаточно большой. И вот проблема может начаться и в этом секторе долговом. Помимо этого, как и Bloomberg замечает, вот очень большая нагрузка именно со стороны корпоративных заемщиков, там достаточно много тоже high-yield bonds. И вот там может рвануть. Вопрос времени, возможно, мы увидим в следующем году, а может даже, как будет развиваться вот эта торговая война, может даже и... То есть пока этом. Торговая война является сдерживающим фактором до покупки наших акций? Да, торговая война плюс вопрос санкций. Вот этот вопрос санкций, который постоянно висит, который может... Вот мы видели, допустим, в том году, да, когда ввели санкции в отношении Русал, как открылся индекс. Просто когда мы инвестируем в наши акции, иностранные инвесторы инвестируют, надо понимать, что, в принципе, может в любой момент прозвучать этот вопрос. А так как наш рынок... Вот я скажу так, он недостаточно ликвидный в отношении других, даже развивающихся рынков, того же рынка Бразилии, к примеру. Если введут санкции, то в какой-то момент просто могут пропасть беды. Ну, беды на рынке, вот они сейчас есть, хотя вот сейчас, май, июнь, будет еще меньше ликвидность. А в какой-то негативный момент бедов нет, рынок открывается там на 10%, 15% ниже. И что делать? Вот этот риск, это риск премии называется. За санкционный, за низкую ликвидность. У нас, допустим, на рынке акций, насколько я понимаю, там 50% вообще оборот делают не резиденты. Много хедж-фондов, у них там свои алгоритмы стоят. Если что, они также быстро сворачивают позиции. Поэтому вот такого какого-то апсайда по нашему рынку акций я не вижу. Я, скорее всего, вижу, что рынок, в принципе, может и дальше приседать. У нас дня три назад размещалась компания, которая занимается из этих секторов персоналом. И мне кажется, один из успехов размещения то, что я не думаю, что это находится в фокусе введения санкций. А какие компании ты считаешь наиболее уязвимы, по которым в первую очередь могут ударить санкции? А российские? Ну да, российские, конечно. Ну, это нефтянка наша. Вот сегодня опять с «Газпромом» там
Может, ты слышал там история «Северный поток-2», о том, что американские сенаторы, по-моему, предложили вводить санкции для тех компаний, которые помогают в строительстве «Северного потока-2». Ну, это нефтянка, прежде всего, конечно, под ударом, плюс финансовый сектор и нефтянка. Вот основные два сектора. Все-таки ритейл, он больше акцентируется на внутренние позиции. Хотя вот что мы видим там, магнит, история, да, это связано больше с тем, что у нас, к сожалению, в связи с тем, что у нас политика повышения налогов, да, она такая сдерживающая для экономического роста, соответственно, мы видим, что доходы населения не растут, реальные располагаемые доходы последние 6 лет падали, в том году они тоже падали, но Росстат пересмотрел данные, они выросли, по-моему, на 0,2%, но это так, плюс-минус волатильность, статистическая погрешность. Это влияет на наш ритейл. Но, по сути, для ритейла, вот я считаю, что оно уже, в принципе, дно мы увидели. И дальше, в принципе, реально располагаемые доходы, я думаю, в этом году и в следующем будут расти. Это больше будет связано с падением инфляции, потому что реальное располагаемые доходы, там идет корректировка на инфляцию. Вот. Ну вот твоя позиция, то, что ты озвучил по санкциям, санкции завязаны на Крым и в большей степени на Донбасс, значит, с приходом Зеленского уже есть некие комментарии команды Зеленского, и такое впечатление, что проблем Донбасса так просто не решить, судя по этим комментариям. И проблема санкций тоже развяжется далеко. И получается, у нас инвесторы будут сидеть out of акций, сидеть просто ждать, когда будет решиться проблема санкций. Она никогда не решится. Ну, она, по сути, да, это такое, я бы не даже сказал, очень долго играющаяся история. Вопрос санкций. Тут надо разделить понятие, что санкции вот эти мы как бы видели, и больше их не будет. И второй вопрос, а будут ли они и какие они будут? Потому что, вот как я вначале говорил, цель американцев не ввести сразу санкции на ОФЗ, Сбербанк, на все, что есть. Тогда, как говорится, покойнику уже ничего не страшно, да? А проблема в том, что держать постоянно в этом напряжении. А у покойника ядерное оружие, он не такой покойник. Нет, ну вы же не будете на... Он из гроба, знаешь, выстрел из гроба, детектив. Ну, тогда можно... Тогда уже покойник вся наша планета, вы же не будете при введении санкций на ФЗ пулять ядерную бомбу. Ты знаешь, вот мы были сейчас одного... По крайней мере, мне бы не хотелось так думать, что... Мы были у советника ФК системы одного, он сказал, что сейчас на верхах достаточно спокойно относится к войне и считает, что можно даже ядерную войну выиграть. Называют это не война, а войнушечка. Так что это твое мнение, а вот есть мнение другое. По поводу того, что ядерная война это равно войнушечка. Вот мы несколько дней назад, 9 мая, да, был праздник, сколько человек погибло, да, у нас даже в России еще до конца не посчитали, сколько у нас вообще погибло человек. Называть, что вот ядерную войну мы выиграем, и это все лишь войнушечка. Ну, я бы уж точно не стал так категоричным. Ну, просто надо понимать, что кто такой был Брежнев, который имел две боевые контузии на малой земле, а кто такие... Да, он как бы понимал, что война это страшно. И кто сейчас люди наверху, до которых война это дело абстрактно абсолютно. Ну вот это да, вот к сожалению, это как раз поколение уходит, и риск войны, конечно, ядерные часы сейчас за 2 минуты стоят до начала войны, если ты знаешь. Не, ну если мы говорим вообще вот в этих понятиях ядерной войны, то, наверное, тебе даже не стоит уже делать блоги о финансах, надо там что, все продавать. Покупать там, что у нас покупают? Тушенку, да, или... Ну, надо в этом вопросе компетентным быть. Я компетентным только в вопросе защитных сооружений метрополитена. У меня права есть на управление затворами, которые спасут в случае ядерной войны. Я могу сказать,
Вот. А по другим вопросам я совершенно некомпетентный, поэтому для этих блогов должен быть другой человек. А, ну или да, или другой человек какой-то. Ну вот по поводу ядерной войны я тоже тут не буду ничего обсуждать, потому что я, ну, мне бы не хотелось вообще в таких понятиях как-то там моделировать рынки, да, там, потому что тут уже это называется черный лебедь, и этот черный лебедь там в каком-нибудь кубе или там в десятой степени, да. Ты знаешь, да, это свои торговые стратегии. Вот, например, когда в апреле 45-го года стало понятно, что нацикам кирдык, то акции Боинга и других производителей вооружений стали падать. То есть понятно, что не надо будет. То есть это свои, в которых мы не погружены, эти стратегии. Давай лучше перейдем к теме облигаций. Ну вот, если говорить, кстати, по теме облигаций, то вот с начала года, конечно, Россия – это один из number one в притоке в облигации. То есть у нас, в принципе, мы видели то, что наше ОФЗ, вот последнее размещение в апреле, в марте, нерезиденты очень-очень вкусно относились к нашему ОФЗ, там, рекордные размещения были со стороны Минфина, там по 100 миллиардов в день размещений было. Приток уже, то есть с начала года Минфин разместил на триллион где-то новых облигаций федерального займа. Мы видим спрос большой на них. И, соответственно, как раз рубль это подтверждает, вот эта стабильность рубля, она в том числе обусловлена не только ростом нефти, я бы сказал, даже не столько ростом нефти, потому что весь дополнительный рост нефти ЦБ скупает доллары, которые приходят от Роснефти. А, как я сказал, укрепление рубля связано с капитал-флоу, с потоками капитала. И ОФЗ в данном случае являлись тем инструментом, который пользовался спросом со стороны нерезидентов. Что можно сказать? Рынки в начале года не закладывали снижение ставки. В последний, я бы сказал, месяц, наверное, рынки начали прайсить не только одно, но даже две снижения ставки со стороны Банка России. Инфляция ясно меньше, чем ЦБ. Да, почему это произошло? Потому что инфляция, которая сейчас в районе 5,2, вот последние месячные данные, она ниже ожиданий Центрального банка. Центральный банк скорректировал прогноз по инфляции на конец года 4,7-5,2%. Я, в принципе, думаю, что Центральный банк по инфляции угадает. Минэк даже прогнозирует меньше по инфляции, у нее там в районе 4,3%. Естественно, это дает повод говорить о том, спекулировать, что Центральный банк снизит ставку по 25 базисных пунктов два раза. И она, естественно, дойдет там 7,25 к концу года. На этом фоне и со стороны локальных инвесторов то также проявлялся интерес к ОФЗ. Но на текущий момент я бы не был таким бы оптимистичным. Когда мы последний раз с тобой говорили, это было где-то месяца 3 или 4 назад, по-моему, да, 3. Я тогда сказал, что рынок недооценивает вероятность более агрессивного снижения ставки со стороны Центрального банка. Сейчас в связи вот с торговыми войнами, которые вот мы увидели, Центральный банк может действовать несколько более осторожно, потому что развитие торговых войн может пойти по негативному сценарию. И это даст дополнительную волатильность как рублю, так и всем активам emerging markets. Соответственно, вот сейчас обсуждается, будет ли снижение ставки в июне. Для меня это вопрос. Месяц назад я бы твердо сказал, что да, скорее всего, да, будет. То сейчас я в этом не уверен. И второй момент, что мне не совсем нравится, то, что Минфин очень-очень агрессивно
размещает. То есть он первичку заливает УФЗ, что не дает расти вторичному рынку. То есть Минфин, в принципе, сейчас же проходят аукционы по размещению УФЗ по новой системе, когда Минфин не изначально не говорит участникам, какой объем он будет размещать. Он только видит, какой спрос, соответственно, у Минфина, в отделе департамента, который занимается размещением, есть какой-то view, они видят, что мы дадим такой-то объем по доходности не выше такой-то. Соответственно, они видят букбилдинг, собирается книга, видят, какие заявки выставлены, понимают, что, допустим, по доходности 7,8 мы соберем такую-то книгу. Ниже, допустим, да, или выше 7,82 мы не готовы давать. Соответственно, вот они по 7,8 дают энный объем. Но для участников, если раньше, в принципе, можно было прогнозировать, Минфин говорил, мы размещаем там выпуск 26212, к примеру, на 25 миллиардов. Мы видим, если там хороший, позитивный, в принципе, момент на рынках, то Минфин может быть хорошей переподпиской, Минфин там разместит с каким-то дисконтом. Сейчас сложно или с премией, если, допустим, наоборот ситуация. Сейчас достаточно сложно прогнозировать, и Минфин занимается тем, что пытается, мое такое ощущение, пытается по максимуму, пока есть возможность, по максимуму влить УФЗ в рынок. Это вот первички, это не дает расти, потому что весь спрос, он фактически реализуется на первичном рынке, и на вторичку уже ничего не выпадает. Как вопрос, как действовать вот в этих условиях, я бы, в принципе, сейчас был бы осторожным, по крайней мере, до осени. Я бы занял такие позиции достаточно те, которые менее всего подвержены риску. Это короткие УФЗ, допустим, до 3 лет, либо корпораты тоже до 3 лет, допустим, потому что про еще плюс корпоратов, в отличие от УФЗ, которая где-то, если мы говорим в терминах кривой доходности, она снизилась с начала года, ну, на разных участках кривой от 40 до 60 базисных пунктов доходность упала, то корпораты, они, в принципе, тоже снизились, но вот этот спред между, так называемый G-спред, между кривой госбумаг и корпоратом, он еще не пришел к среднему значению. То есть некий апсайд у корпоратов есть. То есть можно покупать, опять же, корпораты до 3 лет, там, первого эшелона, Роснефть, РНБанк, Фольксвагенбанк, ну, где есть ликвидность. Просто, когда я, допустим, стакан смотрю, для меня, в отличие от частного инвестора, в многих стаканах нет ликвидности, поэтому я как бы покупаю через брокеров. А для частного инвестора такой проблемы нет. Там, допустим, 300, 1000 лотов, ну, копейки, конечно, но для частного инвестора можно, в принципе, поймать хорошую доходность. Там, я говорю, если мы рассматриваем до 3 лет, там, в корпоратах там, за 8 можно, 8,3 и 8,2. И пересидеть это время, потому что я думаю, что если мы говорим по акциям, они продолжат падение. Вопрос, какого уровня падения, потому что то, что мы видим сейчас на рынке, это называется риск-офф, да? Все уходят в трежерис. Мы видим, что доходность по трежерям, она опять стремится к минимальным значениям. Вот. И это не лучшая история для акций. Для облигаций я уже сказал, что рынок сейчас перепрайсил на 1,5, вот я бы так сказал, 1,5 снижение ставки. Я еще смотрю такой инструмент, как, допустим, беспоставочные форварда.
Там где-то просится по рублям, просится ставка в районе, снижение ставки в районе 25-35 базисных пунктов. Ну, как я сказал, полтора раза снижение ставки. Ну, у нас полтора раза не бывает, есть один, либо два раза. Но вот сейчас рынок где-то, еще до конца два раза не допрайсил, но уже достаточно оптимистично смотрят на снижение ставки Центрального банка, что я не до конца разделяю. Я думаю, что вот последние моменты они не дадут Банку России возможность так без риска снижать. Да, одно снижение мы, скорее всего, на 100% увидим, два под большим вопросом. Поэтому вот такая неагрессивная, выжидательная позиция до, наверное, осени, я бы вот так бы сказал. Потому что еще есть, я добавлю, может, такой момент, что рынок может в какой-то период начать прайсить в активы снижение ставки со стороны ФРС. Но вот эти пошлины, они наоборот добавят инфляцию в Америке. Если будут пошлины по максимуму, там, я вот недавно ресерч Голдмана смотрел, то есть на все китайские товары, то это добавит инфляции полпроцента, то есть 50 базисных пунктов в Америке в инфляции. Был опрос ритейла американского, они там говорят, что 10% они могут уже ужаться в марже. 25 они не ужмутся, они переложат сразу на покупателя уже. А ритейл? Магазины. Это китайские товары. А. Ну, я вот по поводу, не знаю, какая там у них реально маржа, но по поводу того, что насколько ужмутся, ведь повышение пошлин — это своего рода такой налог для местного населения, потому что товары начнут расти. И плюс тут может сказаться, со стороны Китая же тоже ответные пошлины пойдут, а это заденет сельхозпроизводителей. А это такой электорат Трампа. И многие даже рассуждают о том, что именно со стороны Китая идет такая в преддверии выборов война против Трампа. То есть Китай тоже играет на стороне демократов. Я не уверен, это просто есть такое мнение, да, на рынке. Но вот пошлины сами по себе являются налогом для местных жителей. И с одной стороны, инфляция повысится на те товары, которые Америка импортирует со Штатов. С другой стороны, возможно, некое падение потребительского спроса. И вот вопрос, а когда у тебя падает потребительский спрос, как у нас в России, у нас ритейл вынужден маржу снижать. Вот почему он сейчас, ритейл, плохо себя чувствует? Падает потребительский спрос, падает маржа. Вот как поступят американский ритейл и вообще там американские производители, вопрос. Но пока в таком первом приближении, если мы там говорим крупными мазками, то это может, скорее всего, вызвать какую-то инфляцию в Штатах. Там вопрос процента 0,5 или 0,3 или 0,2, но это проинфляционный момент, нежели деинфляционный. Вот так бы я сказал. Спасибо большое, Роман, за интересное интервью. Я все понял, принял действие, поехал готовиться к доллару по 140. Ну вот по 140 я не говорил, рано еще готовиться. Так, если вам интервью это понравилось, то ставьте плюсик, не жадничайте. Это поможет подняться ему на самый-самый верх.